Жители 6-го микрорайона Петровская обратились в территориальный отдел номер 15 Госатомтехнадзора Московской области. О том, что стало причиной их беспокойства, наш следующий сюжет. Разбитые окна, двери нараспашку, всюду мусор. Так, еще совсем недавно выглядело здание бывшего клуба микрорайона Петровская. Место, являвшееся в советские годы центром культурной жизни молодежи, в наши дни превратилось в полуразрушенное строение и стало привлекать внимание совсем другой публики. Молодые люди сюда, конечно, тоже ходить не перестали. Правда, искали они здесь последнее время не культурные, а скорее экстремальные впечатления. В территориальный отдел номер 15 Госатомтехнадзора Московской области от жителей 6-го микрорайона Петровская поступило обращение по факту свободного доступа в нежилое здание, в здание клуба, расположенного в микрорайоне Петровском, о том, что беспрепятственно в нежилое помещение проникают дети, рядом с нежилым зданием мусор находится, битое стекло, дети могут пораниться. Выездом на место сотрудники территориального отдела номер 15 зафиксировали факт административного правонарушения, а именно были разбиты окна у здания, также входная группа была разбита, то есть доступ был не ограничен. И прилегающая территория была замусорена и находилась в нижайшем состоянии. Газон был не окошен. Сотрудники территориального отдела номер 15 Госатомтехнадзора Московской области в отношении собственника здания составили протокол и выдали ему предписание устранить выявленные правонарушения в срок до 31 октября 2016 года. На момент нашей с вами совместной проверки правонарушение устранено. Окна забиты, дверь установлена, окрашена, мусор на прилегающей территории отсутствует. То есть теперь дети не подвергаются опасности и обращение отработано в кратчайшие сроки. Ольга Белозерцева, Александр Тестов. Новости Лыткарино.